Коли немає можливості щось висловити промовою, звичайними словами, на допомогу приходить музика. Мета її – чіпати серця. Саме музика відіграє важливу роль в житті нашого героя. В моей жизни было очень много людей, которые меня направляли по этому пути музыкальному. Начиная с стекляшки, вот, как правильно сказать, дом творчества, да, вот. Вот начиная с дома творчества, там был педагог Лариса Георгиевна, вот с нее все началось. Вот, затем я попал в третью музыкальную школу на месяц к педагогу по гитаре, он меня направил в колледж культуры. Я проучился год в колледже культуры и решил поступить в музыкальное училище. Вот. В музыкальное училище я поступил на теоретический отдел. И решил с теоретического перевестись на эстрадный. Вот сейчас занимаюсь на эстрадном. То есть за, ну как бы, такое большое время очень много педагогов встречалось, очень хороших педагогов. И сейчас окружаю достаточно много очень таких серьезных педагогов, профессионалов своего дела. Не только по специальности, вот, но и даже по гармонии, сольфеджио и по остальным предметам. Вот. По специальности вообще замечательные педагоги. Вот. Сережа студент 4 курса, вот, эстрадного отдела. Парень такой, достаточно музыкальный, креативный, занимается, ну, увлекается разными различными направлениями. Вот. Могу сказать так, что он находится где-то в своего рода в творческом поиске для себя. Вот. И увлекается и композицией, и неплохо владеет классической гитарой, и электрогитарой увлекается. Часто приходит на уроки и говорит, что вот мне интересно то вот направление, это направление. И где-то с ним даже нужно больше попытаться его собрать в кучу, вот, и вовремя сказать «стоп». Сережа, нужно как-то где-то систематизировать свои знания и определиться на чем-то конкретном. Вот. Но в целом он достаточно творческий, иногда даже как бы приятно осознавать то, что вот и других ребят, студентов к чему-то сподвигает, чтобы, допустим, там заниматься, там углубляться в импровизацию, там учить арпеджио какие-то. Вот так вот. Музыка – это передача образа такого. Вот. Композиция – это, на самом деле, наверное, единственное на данный момент, что, вот, что у меня, наверное, в приоритете. Вот. То есть как-то был момент, когда хотелось выступать, играть, быть крутым педагогом, а что-то сейчас, знаете, все сходит в композицию. То есть я понимаю, что выступление – это круто. Преподавание тоже очень круто, но оно занимает очень много времени, и я хочу свое время тратить больше на композицию. Когда занимаешься композицией вот более в профессиональную сторону, уже вдохновения нет. У тебя уже есть система, формулы, по которым ты пишешь. То есть форма. Вот простая форма. Тебе дается задача простая, двухчастная, простая, трехчастная, сложная, трехчастная форма. Ты начертил такты, написал тональность, в которой будешь играть, написал мелодию и потом ее гармонизовал. То есть последовательность, ну, систематизация действий. То есть это, ну, не происходит по
вдохновению. То есть вдохновение, оно в любом случае присутствует, но в приоритете систематизация, то есть занятий. Очень серьезный духовный рост, очень серьезное развитие в сторону мышления, то есть это ощущение образа музыкального для того, чтобы научиться его передавать, то есть зрителю, ну, как артисту, как педагогу. В планах это вот развитие как артиста, педагога, это то, что... Ну, это то, для чего, наверное, нужно зарабатывать. Вот. А композиция — это вот как бы хобби, может быть, такое просто серьезное очень, которое мне очень, приносит очень много удовольствия. Но у меня нет никаких достижений. Музыка — это как таковое духовное, скорее всего, самосовершенствование, то есть развитие, нежели показательное демонстрирование того, что как бы... Человек лучше другого. То есть я, ну, не сильно приветственник того, чтобы показывать какие-то моменты, и, то есть, что можно быть лучше, хуже. То есть конкурсы — это такой момент очень интересный. Он очень развивает, но и в то же время мне как-то не хочется вот, участвовать. Когда занимаюсь, это одно состояние, это состояние труда. А когда музицирую на гитаре, то есть получаю удовольствие от того, что играю, ощущение очень сильного вдохновения, очень сильной экспрессии такой, вот в определенные моменты, когда там хочется сыграть тот или иной пассаж. Причем, ну, это вот то, что анализируешь уже после того, как сыграл.
Восхитительное ощущение, то есть необычайное, как будто бы с парашюта прыгаешь. Потом только можно проанализировать то, что произошло. То есть каждый раз, когда садишься играть для себя, этот каждый раз запоминается по-своему и по-особенному. То есть это как первый раз. Научиться от музыки чего научиться? Свободы. То есть получить такую базу знаний и постоянно ее поддерживать, эту базу знаний, для того, чтобы свободно владеть необходимыми вещами для самовыражения. То есть для того, чтобы уметь себя выразить, выразить свои мысли. Вот, в принципе, то есть серьезная база. Вот это то, что я хочу сформировать до 25 лет, а дальше будет видно. Сила воли очень сильная. Да и если заниматься музыкой серьезно, то есть посвящать этому жизнь, то нужно быть готовым к одиночеству. Потому что когда есть компания, друзья, даже та же семья, она мешает. Все окружающие люди мешают заниматься. Мешают, потому что, представьте, нужно заниматься по 8 часов в день. 8-10. Здесь серьезно, то есть 10 часов, то есть силы нужны для того, чтобы 10 часов прозаниматься, и это 2,5 часа занятий, 20 минут перерыв, 2,5 часа занятий, 20 минут перерыв, и так до 10 часов, вот. Тут нужно на это силы найти, а уже когда приходишь домой, сил ни на кого нет, и тем более на друзей, и не на семью, то есть, и все время ты находишься в одиночестве, то есть это стезя композитора. Слава Богу, точнее, спасибо моей семье, то есть всем близким людям, которые меня окружают и окружали в детстве. Благодаря им я сформировался в достаточно самодостаточную личность. То есть и сейчас, на данный момент своего развития, я нахожусь на том уровне, что поддерживаю себя сам, когда мне нужно. То есть сила воли, вот. И хотел бы уже, конечно, им помогать в поддержке, нежели мне уже как бы помощь не нужна, уже как бы сформированный человек. Был один случай смешной очень. Это как раз-таки связано с капризом. Первый концерт, на котором я выступал, мы пели с танцами. И я стоял сзади девочки, и мы что-то поем, мы там близко друг к другу стоим. И она в момент движения, в момент танца, во время проигрыша, она мне ударила микрофоном по губе и разбила мне губу. Да, я так с разбитой губой, да, выступал и ушел, да, чиниться. Вот, это один из смешных таких моментов. На самом деле много смешных моментов у артистов таких. Был один момент, я учился в колледже культуры, вот на классической гитаре, вот у меня был прям такой серьезный настрой, и у меня стоял выбор между классической гитарой и вокалом. Я не знаю, почему он стоял на самом деле, то есть потом, мне поставили этот выбор без... принципиально, то есть не было принципа, потому что я занимался по очень много и делал большие успехи в классической гитаре. И я для себя решил уйти с колледжа. Для меня это был очень серьезный шаг, потому что мне было 15 лет, когда я это решил. В 16 лет я уже ушел. Вот, и поступил в музыкальное училище. То есть для меня открылся совершенно новый, другой мир, которого раньше не было. Вот, и сейчас тоже я нахожусь в таком как бы выборе. Куда поступать. Но хочу очень сильно поступить хочу поступить туда, что лучше всего получается. То есть желательно на композицию и на классическую гитару хотел бы продолжить, так сказать, стезю, с которой начинал путь свой. Искусству мешает два чудовища. Это художник, в котором нет мастера, и мастер, в котором нет художника. То есть
нужно совмещать творчество с очень сильным трудом. Отож, не соромтесь мріяти та втілювати свої мрії в життя, адже талант є в кожному з нас.